Всем привет, дорогие подписчики, с вами Академия Сайтов, меня зовут Николай, и сегодня мы продолжаем наше обучение по JavaScript. Сегодня у нас 3-10, и в своем неоправдании, как это слово-то называется, ну почему я не выпускал ролики вот последние несколько дней, есть две причины. Первая, это я немножко отдыхал, и вторая, немаловажная, мне дали заказ на сайт, и сейчас я вам покажу, как я его уже начал рисовать. Сейчас, одну секунду. Для начала давайте откроем программу Figma. Именно там я и создаю новый сайт. Так, нет, это не тот сайт. Вот этот. Как видите, я не только программист, но и немножко дизайнер. Да? Сейчас давайте подождем, пока это все прогрузится. Так, немножко это подвинем, чтобы визуально показать. Сейчас. Еще немножко нужно времени. Так, кстати, ребят, пока грузится, я для того, чтобы подберу слово, для того, чтобы убрать вот эти звуки, там, щелчки, то есть вы сейчас их не должны были слышать, я использую программу такую, как NVIDIA Broadcast. То есть вот такая программка, и она все это убирает. То есть убирает шумоподавление и убирает подавление эхо помещения. Ну и также для камеры используется бэкграунд, то есть задний фон. Вот. И в предыдущих видео были небольшие проблемы со звуком. В этом видео эти проблемы должны уйти. То есть я вроде как разобрался, но не точно, как говорится. Так что, если будут проблемы, чуть-чуть извините. Итак, поехали. Смотрите, я создал некую структуру, да, посмотрел у конкурентов. Какие вот услуги, какое будет обучение охранников, то есть скажу изначально, этот сайт рассчитан конкретно на обучение охранников, ну, в определенном городе, скажем так. Какое оружие используется и какая информация об организации. То есть вот эти все странички я должен нарисовать. На все про все у меня время, то есть на то, чтобы нарисовать и на то, чтобы спрограммировать. Причем нужно еще там зарегать хостинг, домен, настроить как его, WordPress, чтобы все корректно было, все чистенько. У меня общее, по-моему, до 16 числа. То есть чуть меньше недели. Двух недель. Да. Так что, ребят, давайте максимально быстро сейчас будем приоритет делать на дизайн. Вам я, скорее всего, не покажу это. Буду показывать только уже... Результат? Да. Отлично. Так, а теперь смотрите сам дизайн. То есть вот эта страничка об оружии. То есть я сделал вот такую страничку. Да? Вот такая организация. Так, тут небольшой слайдер будет. То есть оружие будет меняться постоянно. Вот тут ниже можно будет выбрать две кнопки. Записаться на обучение и уточнить у менеджера. Причем это будут две разные формы, и обе формы будут отправлять в программу Telegram, также на почту. Например, человек написал с этой страницы, и в Telegram уходит именно эта информация. Например, смотрите. Ранее я говорил, что я занимаюсь дополнительно ремонтом компьютеров. Так, не туда, вот сюда. Смотрите, когда мне поступает заявка с сайта, да, то есть здесь выскакивает следующее сообщение. Вам поступила заявка с сайта такого-то. Сообщение, название страницы, то есть прописывается название страницы, адрес страницы, номер телефона, ссылка Telegram, ссылка WhatsApp, дата письма и время письма. И это сообщение отправлено с такого сайта. Ну, конечно, немножко дублируется, но ладно, это небольшая погрешность, как говорится. Вот так я сделал с каждой страницы. То есть неважно, давайте вот сейчас зайдем на сайт, сейчас просто покажу визуально. Понимаю, что урок немножко не про это, но... Хочу, чтобы вы это увидели. То есть, смотрите, неважно, с какой стороны будут заходить, да, человек, который оставляет свои данные, а сама программа, она понимает, откуда человек оставил данные, с какой страницы, с какого блока. То есть, если мы перейдем, к примеру, на страницу главная, человек, к примеру, заполняет вот проблемы с HDD или не работает USB, да, заполняет информацию, оставить заявку, и теперь смотрите, что происходит дальше. Раз, сообщение пришло.
Вам вступило сообщение. Название главное, не работают USB-порты, ссылка, имя, телефон, Telegram, WhatsApp и дата, время письма. То есть вот так я должен сделать именно на вот этом сайте. Так что, ребята, кому это интересно, могу продать этот код. Можете написать мне в личку в ВК. Там о цене договоримся. То есть, каким образом я так сделал. Так, дальше. Здесь у нас информация об оружии, патроны, описание оружия, то есть небольшое описание. Потом основные особенности пистолета. Характеристики оружия. Преимущества, почему выбирают нас. То есть здесь будет быть небольшой, как это слово-то называется, не гамбургер. Ну, короче, одна открывается, другая закрывается одновременно. Отзывы наших клиентов. Ну, также страничка будет с нашими отзывами. Это будет в формате слайдера. Так, потом напишите нам дополнительные страницы об оружии. То есть оружие об оружии будет. То есть два оружия, скорее всего, будет, и одна на основной странице, которая нам необходима. Примерно на главную, либо там о компании. Ну, что-нибудь придумаем. И вот такой вот футер. Так что напишите в комментарии, насколько хорошо я подобрал цвета, текст, блоки и так далее. То есть конкретно сайты с центром обучения охранников, она считается как не частная организация, а более как юридически государственная. Поэтому сайты просто, извините за слово, очень плохие. И мне пришлось придумывать изначально новый дизайн. Такого дизайна еще ни у кого нет. Обычно я смотрю как конкурентов, копирую, немножко переделываю и сдаю клиенту, да? Но в этом случае это просто кошмар был. То есть я просмотрел порядка 300 сайтов и ничего не нашел. Вот такой вот парадокс. Также выбрал такие цвета, да? То есть у меня настроено все правильно. Смотрите. Если мы нажмем на кнопку, то у кнопки, да, у кнопки есть свой цвет, свой текст. Если мы наберем на текст, у него имеется уже подготовленный основной текст. То есть конкретные настройки по дизайну, скажем так. Ну, для того, чтобы в будущей странице делать намного быстрее. Так, ну да ладно. Немножко рассказал, а теперь давайте переходим к обучению по JavaScript. Так, время 13.03, поехали. Так, вот у меня слово «так», оно постоянно повторяется, да? Надо немножко менять. А почему ты ругаешься? У меня RWAM включен. Ты что, не хочешь работать с... Чем ты там не хочешь работать? Ну, давайте включим Бельгию. Да, там пинг меньше всего. Мне кажется, он включил Россию, потому что она самая ближайшая. Обновляем чат-бот. И сейчас он у нас должен загрузиться. Да, ребят, кто из России, можете мне написать, то есть каким образом получить доступ к этому чат-боту и как необходимо его оплатить. Все расскажу, покажу. Так, блин, опять так, ну ё-моё. Смотрите, вспоминаем предыдущий урок, да, у нас были вот эти задачи. Да, вот эти задачи. Но я так почитал и не совсем понимаю, что конкретно нужно сделать. Поэтому я попросил его немножко более подробно расписать задание. И теперь давайте будем это делать. У нас должно быть 10 видео о том, как необходимо делать ту или иную вещь. Сейчас мы начинаем конкретно вот с этого видео, с этого задания. То есть надо использовать функцию reduce. Необходимо написать функцию такую-то, которая принимает массив объекта. То есть нужно делать объект типа name и age. И возвращает средний возраст. Метод reduce применяется для суммирования возрастов, затем деления на общее количество.
Пока что не очень понятно, как это делается, но давайте начнем с самых основ. То есть нам необходимо создать... Так, это нам не надо. Да, нам необходимо создать массив, точнее объект. Да? То есть мы создаем некую функцию, это скопируем, назовем ее так. Параметры передаем такие, как name и age. Да? Name, запятая, age. Хорошо. И здесь нам необходимо создать объект. Этот объект давайте мы назовем... Man, люди. Man, woman. Так, подождите, man это мужчина, woman это женщина. А как будет... человек. Это вот такой вот интересный вопрос. А, people, точно, вспомнил. То есть мы создаем не константу, а переменную people. И нам необходимо создать некий объект. В этом объекте нам необходимо передать здесь уже нужно передавать сами имена. Да? К примеру, Алексей. Двоеточие. Подождите, они же не так передаются, да? Тут я подзабыл, каким образом передается вот name, двоеточие, и age, двоеточие. То есть нам необходимо создать следующим образом, да? Получается name. Алексей. Двойт. Так, запятая. H. 30 лет пусть будет. Сохранить. А я точно правильно сделал? А если мы дублируем, да? То есть здесь напишем Иван. Вроде оно немножко не так должно быть. Ну-ка, сейчас чуть подсмотрим. Name, двоеточие. Иван, запятая, age. Constant people. Ага, все понял. Константу надо вынести за пределы функции. Вот так. Вот people. Нет, я просто узнавал, каким образом, как сделать задание. Но я не хочу это смотреть. Хочу, чтобы сделал все сам. Так, name. Алексей, запятая. H. А, вот в чем моя ошибка. Да, ребят, я еще не проснулся. Ну, ничего, бывает. Как мы все учимся, это нормально. Мы создаем сначала объект, массив. Да? Там что-то прям задание написано. Необходимо создать массив объектов. То есть сначала массив делаем. Так. И дальше необходимо сделать уже объект. А объект создается с помощью фигурных скобок. Вот, все, вспомнил. Здесь у нас будет Алексей. Я так-то визуально помню это, да, как это делается. Подзабыл, ладно. Запятая. Теперь вот это мы копируем. Ставить. Сохранить. И у нас будет 4 человека. Ну, давайте вот эти вот все скопируем, чтобы времени не тратить. Вот. Иван, Ольга, Сергей и Мария. Угу. Так, теперь нам необходимо... Так, не смотрим. Так, и возвращает средний возраст. Метод reduce применяется для суммирования возрастов, а затем деление на общее количество. Да, на общее количество. Я что-то не помню, как делать это.
То есть нам необходимо создать сначала полноценную константу, да, общую. Потом сдаем для массива people reduce. Давайте. А, смотрите. Здесь надо просто people передать, да? А я передал name age. Ну ладно. Необходимо просто поработать. Тогда все у нас будет нормально. Константа. Total age. People reduce. Здесь необходимо создать две переменные. Аккумулятор, запятая, и вторая персона. То есть персона. Возвращаем. Аккумулятор плюс персона точка H. А на что ты ругаешься? Ждалось двоеточие. Ну да, точно. Здесь же надо вот так сделать. Вот она открывается. Так, так, так. Закрывается. Запятая. Начальное значение. И вот так. Вот это мы правильно сделали. Но он все равно что-то ругается. Давайте мы это уберем. Мари все равно ругается. Я, может, неправильно делал? Нет, он реально ругается. Смотрите, персонал, он не падает. Так, я где-то ошибся. Давайте посмотрим. Константу создали. Далее people. Reduce. Редуси. Все правильно. Далее аккумулятор. Запятая. Person. Как-то я стрелочку-то забыл. Вот, теперь функция заработала. То есть раньше из-за стрелочки функции не было. Бывает. Ну ладно. То есть другими словами. А, еще нам нужно вывести. То есть мы создаем return total h, деленное на people. И теперь давайте проверим, что у нас получилось. Сохраняем. Это 2,5. То есть, в принципе, он правильно посчитал. То есть, он сложил большое количество, то есть, несколько лет. Да? Давайте посчитаем с помощью калькулятора. 25 плюс 30 плюс 35 плюс 40. И все это делим на 4. То есть, вот таким образом он и посчитал среднее количество лет наших людей, наших пользователей. Теперь давайте мы это все закомментируем. Вот знаете, ребят, если долго не работаешь с программиром, ты забываешь, как оно работает. Ну, вот такой вот парадокс. Создаем переменную, функцию. И передаем значение переменной people. Сохраняем. Далее. Создаем константу. Total pitch. И приравниваем значение, где массив, как это называется, массив с объектами, да, с объектами, задаем метод reduce.
И передаем два значения. Или две переменные. После. Как правильно написать? Создаем функцию или открываем функцию. Да? Вот этого значения. Ну, давайте открываем пусть быстро. Функцию. Да? Окей. Здесь. Возвращаем значение. Переменную. То есть в этой переменной у нас хранятся все не значения, как это слово подобрать. Ну, все, что он обработал, да? То есть этот полный массив того, что он обработал, хранится именно в этой переменной. Так, запятая. И добавляем количество лет каждого человека. Точка. Начальное значение 0. Сохранить. Так. Возвращаем. Так, переменную total age возвращаем переменную за пределы функции и также делим на общее количество людей. Сохраните. Ребят, напишите в комментариях, где в практике используется вот этот механизм. Потому что я пока что не понимаю, зачем нужно узнавать количество лет, среднее количество лет людей. Да? Но это из анекдота, когда, к примеру, в России одни получают там 200 тысяч, другие получают 20 тысяч, и среднее значение 70 тысяч. Ну, где-то так. Мне кажется, примерно так и работает вот этот метод. Так, мое предположение. Так. Создаем массив с объектами внутри. Все, считаю, что мы это задание сделали. Как бы это у нас была раскачка. Давайте мы это проверим через чат-бот. Проверим значение. Не значение, а задание. Один. И зачти мне его. Давайте посмотрим, что он ответит. А давайте прямо у него спросим дополнительно, где можно использовать такой механизм, да? То есть, расскажи, где можно использовать практики жизни такой механизм, где требуется узнать среднее значение. Давайте посмотрим, что он ответит на это, как говорится. Вот оно где, да, используется, значит.
Ну ладно, среднее значение мы, в принципе, поняли, да, как считается. Ну, для каких целей это используется. Ну и давайте пока что будем это закрывать, закрывать эту тему. Мне кажется, в будущем мы с этой темой еще будем много-много-много раз работать. Так, общее у нас заняло 25-26 минут. Считаю, что для первого задания этого довольно много. Ну, потому что у меня была раскачка, и я вспоминал программирование. Потому что когда несколько дней не занимаешься программированием, ты забываешь, как это работает. Но я думаю, следующие два, второе, третье, четвертое задание будет намного быстрее. И я хочу уложиться, ну, в минут 15. Где-то так. Так, ну, пока все, будем заканчивать. Да, ребят, не забываем подписываться на мой канал. Да, нас уже 104 человека. То есть, когда я уходил, было порядка 80 или 85 человек. Вот за это время, пока что я занимался другими делами, добавились еще люди. За это спасибо. Ну и смотрите. Если мы откроем уведомления, то здесь уже начали появляться комментарии. То есть у нас уже два комментария, и я считаю, что мои видео вам начали заходить. Хотя изначально я эти видео делал конкретно для себя. То есть как я обучаюсь, но не для обучения других. Но похоже, вам такой... Как это слово называется? Вам такой этап... Нет, не этап... Вариант обучения больше подходит. Да, то есть, как я обучаюсь, как я думаю, и это, похоже, вас цепляет. Так что, ребят, давайте вместе со мной обучайтесь как программированию, так и дизайну. Потому что, на будущее скажу, каждый клиент готов платить хорошие деньги, если вы ему и нарисуете, и создадите сайт, и еще и продвинете его. То есть, одновременно вам нужно работать с тремя... видами заработка, как говорится. Но скажи, я повторюсь, я не дизайнер, я вообще не дизайнер. Я могу просто скопировать и чуть-чуть переделать. Но чтобы прям сделать с нуля, это прям либо очень много времени займет, да? Либо я не смогу этого сделать. То есть я не профессиональный дизайнер. То есть я видел, что творят прям профессионалы, и мне до этого очень далеко. Ну что ж, будем заканчивать. Не забываем подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео. Это очень сильно помогает в продвижении канала. И если у вас возникли вопросы, либо задачи, можете писать мне в личку ВК. Ну, либо если вам нужно сделать сайт. Также я смогу вам помочь с этим. Так, ну все, пока-пока. Увидимся в следующем задании. В следующем видео.